какая-то беседа. Светская беседа пленных, я не знаю. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Хелье, вы смотрите канал Хелплей, и мы с вами сегодня продолжаем играть в реальные истории ужасов. Игруху, которая не то чтобы страшная, а достаточно необычная, поэтому заставляет возвращаться туда снова и снова. Тот трешак, который нам показывают, и от которого у нас взрываются головы, находит своих почитателей. Поэтому мы набрали нужное количество лайков для следующего выпуска. И на этой ноте перейдем к нашей традиции перед этой психоделикой. Раз, два, три... Брочай. За ваше здоровье и ясность ума, потому что из-за этой игры ваша ясность ума может затуманиться. Ну и мы с вами продолжаем. Продолжаем, узнаем, что же нас еще ожидает в этом трешнике. Идем по туннелю какому-то. Мы с вами были уже в пещерах, были в аду, где мы только не были. Мы сейчас идем по какому-то лабиринту или что это такое, я не знаю. В общем, мы куда-то вошли и видим белый-белый скелет. Кость очень хорошо сохранилась, она безумно белая. Сейчас будем снова с вами решать загадки и наблюдать какой-нибудь бред. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Итак, комната первая. Что мы здесь видим? Клетку для, собственно говоря, пленного. Какую-то дверь с кучей какой-то лабиринт. И видим с вами, как его... Еще один инструмент казни. Это такая штука, которая закрывается, там шипы. И там человек такой... О, погодите. И все, кто услышит и убоится, и не будет делать больше такого зла, как раньше. Вот так вот, страхом, да, значит. А чем будешь слушать, говоря в городе, который Господь Бог дал тебе здесь? Некоторые люди выйдут из числа сыновей и соблазнят жителей, сохранив их города. Давайте идти служить иным богам, которых не знаем. Какие-то криво написанные слова, философским подтекстом. Наверное, это трудности перевода, либо что-нибудь типа того. Так, больше ничего не активируется. Ну, понятно, что надо нажать на дверь. Это я понимаю. Я просто заранее хочу посмотреть. Дверь уж у нас прям так и манит на нее нажать. Ну, хорошо, давайте нажмем на дверь. Так, а мы здесь видим... Так, во-первых, активные зоны, но ничего не нажимается. Мы здесь видим два кровавых кружка, не нажимается. А вот у этого звук, смотрите. У этого нет, а у этого звук. Ну, я так понимаю, я понял. В общем, это лабиринт. И нам надо провести, ну-ка, от этого кружка, да, давай? Или от этого? От этого, видимо, кружка, вот к тому. Так, давайте тогда найдем проход. Он очень такой, прям. Так, сейчас, секунду, ребят. Так, так, так. Да, все, я нашел проход, давайте. Как? А, вот, все, работает. Так, повели. А ну-ка, если я в бок. А, смотрите, срывается. Так, погодите, окей. Так. Ну, если это все, то это очень просто. То есть просто провести, да? И все. Так. Слышите крик? Так, не понял. Сорвалось почему-то у меня. Сейчас, ребят. Так, опять кричит. Когда мы доходим до сюда, она кричит. Нет. Ну-ка. Она таким образом показывает, что мы не туда идем. Так, тогда... Ладно, давайте тогда по второму пройдем. Ну-ка. Там есть второй. Так, ну-ка, и сюда... Нет, все равно? Ха, так, погодите. Я еще один проход нашел. Так, погодьте. Очень странный лабиринт сейчас. Если честно, я думал, что получится на второй. Так, ну-ка. Да, вот, так. Так. Так, так. Так, так. Все! Опа-на! Вот так, друзья! Видите, не все так просто, как кажется. О! Опять этот черный властелин бегает! Я не знаю. Кстати говоря, возможно, это сказ
о черном властелине. И мы убегаем от него. Ух ты, смотрите, сколько в клетках пленных. Мучеников. Опа. О, смотри, теперь это... Так, мы на них пронажимали. Они орут. Им больно и хреново. Еще бы, господи, ребят. Все? Они общаются, что ли, так? Так, блядь, я теперь снова могу тыкнуть. Так, тык... Они какой-то... Какая-то беседа. Светская беседа пленных, я не знаю. Так, я так понимаю, надо нажать их в нужном порядке. И вот то, что они кряхтят, это и есть нужный порядок. Так, погоди. Потом мы нажали на третьего, да? Или нет? Да, так. Во! По-моему, потемнело чуть-чуть, да? Три-три. Да, стало еще темнее. Они исчезли. Он прям дышит рядом где-то. А, я так и знал. О, боже. О, боже. Окей, кстати, видишь, какой отвратный младенец. Так, у нас комната, где куча букв и... О, и смотрите, какая известная надпись. Ануит Цоэптис. Наши начинания благословенные, что значит в переводе с латыни. Именно это, кстати говоря, популярная тема масонства и иллюминатов. То есть данная надпись на латыни находится на одной из сторон печати, большой печати Соединенных Штатов Америки. Сейчас все иллюминаты, иллюминаты, иллюминаты заорут. Вот, но, кстати говоря, неплохо приплели так ее сюда. И я так понимаю, мы должны что-то ответить на эту фразу. Ну, это логично, да? Так, погодите. Ага, а ее нет. Так. Я подумал, что, возможно, возможно, надо набрать фразу с противоположной стороны печати. Pluribus unum, по-моему, она так звучит. Из речи Цицерона, из многих единое. Но я не вижу здесь как бы остальных букв, то есть я не смогу составить это слово. Ну, если честно, я понятия не имею. Так, если наоба... Да, и так... И наоборот, знаете, нам не переставить. Нет, опять букв нужных. Так, погодите. Ти... Да, и это не сделаешь. Ха! Я помню, там еще на печати Соединенных Штатов Америки большой, на одной из сторон, где написано «Ануит Цоэптис», там же есть фраза какая-то «Ново что-то там». Но здесь я не вижу буквы «Н», то есть и её не составишь тут. Давайте, я не знаю, рандомно потыкаем, что вообще будет. Так, погодите. Так, когда я активирую 8 буквок, он, по-моему, слетает, да? Так. А, нет, смотрите. Хотя, может быть, я правильно делаю? Может быть, просто надо... Их надо задействовать? Нет, может быть, их просто надо задействовать как-то?
типа в правильном порядке. О! Смотрите, так. Так. Погодите, ну-ка. Так, стоп, нет, еще разочек. Так, так, по-моему, да. Так, нет, получается Б, да? Запомнить бы это все. Но что-то мне подсказывает, что здесь надо... Так. А, и С. Так, погодите. Так, 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 так. А, нет, все. А, то есть нет. То есть их не надо все активировать. То есть надо все-таки набрать какое-то слово. Ну, тогда я без... без идеи. Вот единственная идея, на которую меня натолкнула вот эта фраза... Наше начинание благословенное. И все. Но это я только у меня что? Ха. Все свои какие-то ассоциативный ряд я попробовал. Я здесь не смогу это сделать никак. Ну да. Так. А, постойте. Или он так помечает буквы, которые нам нужно использовать? Хотя нет. Да, по-моему, это просто рандомный херь. А, так. Здесь ничего не активируется. Ну, тут стопудово надо набрать какое-то слово, какую-то фразу. Ну, навряд ли слово одно, скорее всего, какая-то фраза. К сожалению, да, по всей видимости, да. Активны только буквы. Друзья, давайте, чтобы не мучиться, я сейчас впервые посмотрю, что надо набрать, потому что здесь явно надо что-то набрать и 100% что-то на латыни или что-то подобное. А у меня все идеи, вот которые я вам сказал, какие у меня были идеи, да, но я не могу набрать ни одну из этих фраз, ни одно из этих выражений, потому что здесь нет определенных букв. То есть здесь нужно что-то другое набрать. Гадать мы сейчас будем, ну, да и вы тоже будете гадать миллиарды лет. В общем, давайте впервые посмотрим, иначе, ну, мы просто это не пройдем. А, сейчас увидимся, короче. А, итак, друзья, я посмотрел, и оказывается, фраза, которую нужно набрать, Д, ста, деста, белиал. Вот она, деста, белиал. Ну, блин, я бы, если честно, сам бы точно не догадался, и мне пришлось смотреть прохождение аж на официальном канале, вот именно вот этой вот, вот это вот, вот это вот задание на официальном канале игры, то есть прям вот настолько хардкорненько. Ладно, окей, мы его прошли, ну, друзья, извините, я думаю, что мы бы правда гадали очень долго. У нас здесь повешенный парень, вверх ногами и... Так, я просто... Нажал на веревку, он упал. То есть мы его сбросили. Руки. Сферы. Так, правый или левый? Это как Морфеус, что ли? Только они цветов одинаковые. Давайте левый возьмем. Не знаю. Смотрите, мы вернулись обратно и... Ну, на этот раз здесь... Так, исчез скворечник. Живая, такая нормальная природа. А, просто показали. Вы живы, вы избежали мучительной участи в аду. Все эти ужасные творения теперь только останутся в памяти до конца времен. Но вы можете отдохнуть, теперь тени и духи теперь свободны. Ясно, русский перевод оставляет желать лучшего. Возможно, что-то будешь ждать в следующий раз. Так, друзья, вы никуда не уходите, мы сейчас попробуем, наверное, взять сферу справа и посмотрим, что произойдет. Итак, друзья, вот снова эти руки, и сейчас мы выберем сферу справа. Соответственно, мы должны попасть в ад, получается. Да, и вот мы горим в аду, где куча блуждающих духов темных, злых и противных. И вот так вот мы с вами сгораем.
А, смотрите, опять этот парень пришел. Все. Бах. Вечное проклятие. Если вы не знали, что это была ложь, но я не мог предупредить об этом вас все то, что узнал здесь. Сейчас духи в темноте ожидают вашей пытки, муки и боль всегда теперь будет с вами. Теперь только смерть, желания не сбудутся. В общем, все, друзья, вот так вот заканчивается игра «Реальная история ужасов». Увидели две концовки, плохую и хорошую. Игра была дико трешовой. И, честно говоря, если эти авторы сделают что-нибудь еще, а я знаю, что они сделают, я обязательно поиграю, потому что это очень странно и довольно забавно и угарно. Ну, а с вами был Сергей Хелге. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки, вступайте в группу ВКонтакте и в группу Steam. Не забывайте ставить лайки, чем больше... лайков, тем больше роликов и больше вот такой прикольной херни. Ну и все, всем всего самого наилучшего. Всем пока. О, ёпту! Так, камера, все, вот сюда ведем его. Не знаю, или это что это было вообще было? Аудио и в две. Ебать, это же тихо, что? Нет, аж. Что? Все сломалось, блядь. Это не я открыл. Будь лес обитаем, я решил бы, что кто-то тихонько сюда вошел. Будь лес разумен, я бы подумал, что меня приглашают куда-то пойти. Но единственная тропа, что тут есть, огибает мой дом по кругу. Можно пойти хоть сейчас и убедиться, что...